Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми піднімаємо найактуальніші питання нашого сьогодення, зокрема сьогодні зі сфери охорони здоров'я. Щороку, 11 грудня, світова спільнота відзначає Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Сьогодні ми, зокрема, зупиняємося на цій проблемі, поговоримо про причини виникнення хвороби, а також методи її профілактики. На наші питання погодилась відповісти міський дитячий алерголог Вікторія Яцишина. Вікторія Анатоліївна, доброго дня і дякую, що ви сьогодні з нами. Здравствуйте. Насамперед, давайте поговоримо про, наскільки актуальне це питання і наскільки поширеною є хвороба. Бронхиальная астма известна очень давно, еще в доисторические времена люди страдали этим заболеванием. К сожалению, такие исследования не проводились, но в древности еще Гиппократ описал клинику и лечение этого состояния. В дальнейшем все больше людей увлекалось исследованием этого заболевания и пришли к выводу, что это достаточно серьезное хроническое заболевание, которое инвалидизирует большой процент населения, приводит к летальным исходам. Наша медицина пошла вперед, поэтому летальные исходы наблюдаются крайне редко, но хочу отметить, что это заболевание начинается еще в детстве и может продолжаться всю жизнь, поэтому требует постоянного наблюдения и применения определенных медикаментов для купирования приступов, а также предупреждения возникновения этих приступов. Давайте поговорим, в каких случаях непосредственно ставится диагноз бронхиальная астма. Бронхиальная астма выставляется на основании клинических показаний, а также лабораторных и иммунологических исследований. Если мы видим, что ребенок имеет приступы удушья или приступы кашля достаточно часто, это больше, чем 2-3 приступа в течение одного месяца, или, допустим, обструктивные бронхиты больше 3 раз в году, особенно это характерно для детей младшего возраста, мы должны заподозрить развитие бронхиальной астмы. Очень помогает нам так называемый отягощенный аллергологический анамнез. Если в роду или в семье у кого-то есть аллергические заболевания другого генеза, допустим, атопический дерматит, крапивница, та же бронхиальная астма, аллергический ринит, или же отягощенный собственный анамнез. То есть ребенок на первом году жизни имел проблемы с кожей в виде атопического дерматита, то он становится потенциальным пациентом. Группа риска. Группа риска развития бронхиальной астмы. Она может развиваться в разном возрасте. Иногда бывает, что это год, иногда бывает 5-6 лет и в более старшем возрасте. Достаточно часто более старшего возраста люди в 30-40-50 лет, они имеют более серьезную бронхиальную астму по сравнению с детской формой. Виктория Анатольевна, является ли наследственный фактор причиной составления той самой группы риска? Конечно. Так же, как и при всех аллергических заболеваниях, наследственность играет большую роль. Если оба родителя имеют какое-то аллергическое заболевание, один из них страдает бронхиальной астмой, то риск развития у ребенка составляет от 60 до 80%. Но, к сожалению, у каждого пятого ребенка отсутствует отягощенный наследственный анамнез. И у этих детей она развивается как бы самопроизвольно. Этому способствует окружающая среда, этому способствуют определенные виды деятельности, допустим, ребенок постоянно контактирует с аллергеном, он закрыт в помещении, у него снижена физическая активность, прием определенных продуктов, которые способствуют аллергизации организма, это все приводит к развитию бронхиальной астмы. Вы знаете, Виктория Анатольевна, как правило, мы привыкли воспринимать аллергические реакции на фоне чего-то. И вот в данной ситуации бронхиальная астма, казалось бы, серьезное заболевание, это форма аллергии. В чем, вот, знаете, механизм возникновения этой проблемы? Это уже следствие или это изначально вот рождается ребенок и уже является, возможно, то, что будет проявляться это заболевание? Как возникает аллергия эта?
Ну, я уже говорила про наследственность. У нас сейчас проводятся исследования, уже проводились по исследованию HLA-системы, в которой определенные гены отвечают за то или иное заболевание. Естественно, они исследованы и для бронхиальной астмы, и для атопического дерматита, аллергического ринита. То есть они, эти гены могут отвечать за развитие определенного заболевания. Если же, допустим, больше склонны они к развитию, то есть эти гены характерны для бронхиальной астмы, то она будет развиваться. Я же уже говорила, что астма может развиваться и в годовалого ребенка, и в более старшем возрасте. Очень часто предшествует вот развитию астмы и ринита так называемый атопический марш. Он проявляется в виде дерматита, когда уже через пищу формируются определенные агенты, которые вызывают вот это аллергическое воспаление. И в дальнейшем там накапливаются специфические антитела к определенным аллергенам, и в дальнейшем происходит так называемая реакция немедленного типа при контакте с этими раздражителями. Это обычно являются домашняя пыль, клещи домашней пыли, шерсть животных, перо подушки, перья птиц, которые у нас дома находятся. В более старшем возрасте сюда присоединяется уже пыльца различных растений. Это вот для нашего региона характерна амброзия, подсолнух, циклохена и другие травы. Также могут вот это все вызывать определенные пищевые добавки, которые находятся в продуктах, а также в лекарственных средствах, допустим, в сиропах, подсластители и тому подобное. Они стимулируют развитие вот этой аллергической реакции. К тому же у нас есть одна достаточно глобальная проблема, это грибковая сенсибилизация. К сожалению, в наших квартирах, в домах она присутствует, и кроме того, она еще присутствует в окружающей среде. Это парки, берега рек и тому подобное. Давайте поговорим о симптоматике. Как определяется это заболевание и на что надо обращать родителям, собственно говоря, чтобы понимать, что происходит с ребенком? Родители должны насторожиться, когда есть какие-либо кожные проявления у ребенка младшего возраста, еще без симптомов проявления бронхиальной астмы. Если вы видите, что ребенок, там, вы ввели прикорм или накормили ребенка каким-то продуктом, и в течение 3 суток он становится красным, появляется шелушение, то есть сразу для профилактики развития любых аллергических заболеваний лучше обратиться к врачу. В дальнейшем, допустим, если ребенок часто болеет именно с обструктивным синдромом, больше 3 раз в году, когда появляется неизвестная этиология насморк, при этом нету температурной реакции, нету других катаральных явлений, ребенок чихает в помещении, лучше себя чувствует на улице, заложенность носа, потом ночной кашель ближе к утру. То есть на это следует обратить внимание, потому что аллергический ринит и астма очень часто совместимы, и они не могут друг без друга быть. Достаточно пролечить аллергический ринит, то астма может не развиваться. Если же мы купируем, допустим, и астму, и аллергический ринит, ребенок может быть абсолютно здоров. Еще один момент, обратить внимание, что, допустим, в летний период ребенок чувствует себя лучше, в зимний он практически там каждые 2 недели болеет. Тоже надо на это обратить внимание. Ну и если есть отягощенный семейный анамнез со стороны мамы, со стороны папы, это не имеет значения. Если мама и папа имеют какое-то аллергическое заболевание, нужно прийти до рождения ребенка на консультацию для того, чтобы получить рекомендации, как избежать вообще развития аллергии у ребенка. Как важно, конечно же, все этапы проследить и, собственно говоря, в каких-то ситуациях лучше, знаете, как бы наперед продумать, чтобы уйти от проблем впоследствии. Если говорить о лечении, насколько сегодня современная медицина держит, знаете, под контролем эту ситуацию и насколько под дается лечению даже самые сложные запущенные формы? Лечение сейчас у нас достигло очень
больших высот, поэтому это контролируемое заболевание. Я уже говорила, что смертные случаи практически не встречаются у астматиков. Они могут заниматься различными видами деятельности. Очень много спортсменов во многие годы являются астматиками, видных и актеров, и политиков, и так далее, тоже имеют это заболевание, но это не влияет их на общую жизнь. В первую очередь мы должны провести диагностику для исключения контакта с аллергеном. Если это невозможно, как домашняя пыль, там клещи домашней пыли, то хотя бы его ограничение. Если этот контакт можно исключить, допустим, животное, то это было бы предпочтительнее. В дальнейшем создание гипоаллергенных бытовых условий, придерживание гипоаллергенной диеты, и, соответственно, родители должны этому уделять очень большое внимание. Поскольку бронхиальная астма – это хроническое заболевание, и говорить о том, что мы можем вылечить его, не приходится. Но мы можем добиться ремиссии, когда ребенок может выполнять свою функцию и при этом не использовать медикаментов, но этот ребенок все время должен быть под наблюдением. Для этого используются базисные препараты. Базисные препараты очень распространены у нас и достаточно доступны, то есть родители могут себе позволить их купить. Это и гормональные кортикостероиды. Не надо их бояться, потому что очень многие родители боятся. Все прямая ассоциация, что да. Гормоны – это плохо. Да? Да, это плохо. Они сейчас у нас очень селективные, они не влияют ни на рост, ни на вес. Я уже достаточно долго работаю. И многие мои пациенты приводят своих детей, при этом они намного выше меня, и никак не пострадала на их общее состояние, они полные и тому подобное. И не вызывают привыкания. И да? не вызывают привыкания. То есть мы подбираем адекватную дозу, когда ребенок может ее принимать, при этом не болеть, не вызывать приступов. А также у нас есть другие, допустим, антиликотриеновые препараты, которые используются при легких формах бронхиальной астмы и средних, и очень много методов лечения для того, чтобы убирать эти симптомы, они доступны. Большинство моих пациентов может снимать, купировать приступ в условиях дома, потом прийти на консультацию, мы корректируем базисную терапию, и таким образом они избегают попадания в стационар. Потому что стационар, конечно, вызывает чаще всего негатив. Это для ребенка не совсем хорошо и адекватно. И для родителей. Дома истины лечат, да? Как известно. Да. Виктория Анатольевна, вы говорите, что человек сам может купировать развитие приступа. Если мы просто в транспорте там, или на улице видим, что у человека приступ, можно ему как-то помочь? Значит, у нас это не очень, скажем так, организовано, но за границей используются такие бейджики для людей, которые страдают различными состояниями, допустим, там эпилепсией, сахарным диабетом и так далее. Там написана карточка, фамилия, мне столько-то лет, я болею таким-то заболеванием, вы можете мне оказать помощь, если вдруг при нем чего-то нет. Но обычно, если человек принимает базисную терапию, то приступ не будет очень сильным, и он всегда имеет с собой более старшие дети, допустим, там подростки, они имеют с собой бронхолитик в виде аэрозоля, они могут сами обучены, как им пользоваться и что они делают, то есть они прекрасно купируют это сами. А если же это на улице и, допустим, ребенок находится сам без родителей может ничего сделать, в первую очередь надо ребенка усадить, успокоить его, помочь ему чуть-чуть попить и вызвать скорую помощь, потому что в условиях улицы оказать помощь ребенку невозможно. Ни в коем случае не ложите ребенка, не поднимайте ноги. Он должен сесть, склониться руками на ножки, на колени, и таким образом будет легче проникновение воздуха в легкие, и кислород не будет истощаться быстро. Это все, что вы можете сделать. То есть и доставить в лечебное учреждение. Если это в каком-то там и нет доступа до скорой помощи, то лучше всего посадить машину, привезти в какой-то медицинский пункт. Там у нас разработаны протоколы лечения бронхиальной астмы и оказания экстренной помощи. Там, где медработник находится, он быстренько все это сделает. Как долго длится приступ? И как можно внешне понять, что это именно бронхиальная астма?
Ну, обычно у нас достаточно высокий уровень диагностики, и среднюю тяжелую бронхиальную астму мы все выставляем, берем на учет этих детей, контролируем их посещение врача, прием базисной терапии. Легкая степень, она легче протекает, поэтому она немножко недодиагностирована. Приступ у детей младшего возраста отличается от старшего. Обычно это непрекращающийся приступ влажного кашля, когда ребенку тяжело откашлять, и он хватает ртом воздух, как рыба. И мы видим, как грудная клетка становится такой немножечко как бы кругловатой. Синеют губы, акроцианоз появляется, то есть пальчики синеют, и на этом надо обратить внимание. Это может быть после контакта с аллергеном, это может быть провоцироваться вирусной инфекцией. Ну, если мамы и папы адекватны, они, конечно, обратятся к врачу, им проведут обследование и, соответственно, пролечат в стационаре, потом отправят на консультацию к аллергологу. Если же это люди старшего возраста, то кашель будет сухой, и дети старшего возраста, то есть это будет человек, которому тяжело стоять, тяжело сидеть, он будет так сутулившийся, он будет точно так же хватать воздух ртом, и кашель будет сухой, звучный, можно будет это слышать с посиневшими губами, и если, допустим, вы его спросите, чем он страдает, то он скажет, что он страдает бронхиальной астмой, и ему нужен там или сальбутамол, или венталин. Виктория Анатольевна, если правильно применить методику оказания помощи, если быстро вот будут применены определенные препараты, как быстро уходит приступ? Ну, в определенных состояниях они, конечно, разные. Допустим, если это запущенная бронхиальная астма, родители отказываются принимать базисную терапию, конечно, будет приступ более тяжелый, длительный, продолжительный. Есть понятие такое, как постприступный бронхит. Вот этот постприступный бронхит, чем меньше ребенок, тем он дольше будет. То есть ребенок после приступа будет кашлять долго, от нескольких там дней до 2-3 недель. В более старшем возрасте приступ может купироваться и в течение там нескольких часов, и там покашливать будет человек там 2-3 дня, потом он знает, как отменять себе бронхолитик и повысить дозу базисной терапии. Это несложно, то есть это все контролируется. Вы говорите о том, что все препараты для лечения бронхиальной астмы, они не вызывают привыкания, или надо менять? Нет, они не вызывают привыкания, единственное, что нужно подобрать адекватную дозу. У нас есть такая как бы схема, это ступень вверх или ступень вниз. При ступени вверх мы начинаем с минимальных доз и смотрим, как будет реагировать пациент. Если мы видим, что в течение определенного срока, там месяц или полтора, состояние не улучшается, мы добавляем более высокую дозу. Ну, я приверженец ступени вниз, поэтому я даю сначала адекватные дозы, потом мы снижаем через определенное время, потихонечку снижаем эту дозу, добиваемся минимальной адекватной дозы для этого пациента. Вы говорите о том, что иногда пищевые продукты могут спровоцировать развитие определенного направления, в том числе бронхиальной астмы, и нужно вводить гипоаллергенную диету. Что входит? Я бы хотела сказать, у нас есть новый метод лечения, это молекулярная диагностика. Я недавно, буквально в начале декабря, была на международном симпозиуме по этому поводу. Прозвучало это в Украине очень, проводился? В Украине, да? Во Львове. Прозвучало очень много нового, очень много интересного. Оказывается, на основании этой молекулярной диагностики мы можем определить перекрест между различными аллергенами, в том числе аллергенами, которые не связаны друг с другом, на основании определенных белков, которые находятся вот в этих аллергенах. Допустим, кто бы мог сказать, что если у ребенка есть аллергическая реакция на молоко, у него же будет аллергическая реакция на клеща домашней пыли. У них оказываются одинаковые что? Белки. Ага, белок.
белок одинаковый, а аллерген, антитела вырабатываются именно на этот белок. Допустим, очень многие специи имеют перекрест с амброзией. К тому же некоторые, вот, допустим, береза и определенные пыльца деревьев имеют перекрест с орехами и имеют перекрест с такими фруктами, как киви и тому подобное. Поэтому это все очень интересно, и получается, как бы, если ребенок имеет аллергию респираторную, но при этом, когда он кушает определенные продукты, они могут усиливать антигенную нагрузку. И таким образом мы не видим улучшения состояния, мы не снижаем эту антигенную нагрузку, и ребенок как бы подхлёстывает свой иммунитет. Поэтому нужна, конечно, гипоаллергенная диета. Уже в зависимости от того, что мы находим, какие аллергены подозреваем, то мы тогда и советуем исключить то-то, то-то. То есть при аллергии на амброзию мы рекомендуем убрать из диеты персики, арбузы, дыни, бахчевые. При аллергии там на аспирин, если есть такое, исключаются все виды яблок. Вот. И в зависимости, ну, в общем, я бы сказала, что, допустим, продукты, которые имеют большое количество загусителей, красителей, однозначно исключаются для детей, ограничиваются орехи, фрукты, которые у нас не живут, не растут, это цитрусовые, бананы, хурма и все тому подобное. Рыба и морепродукты, очень сильный аллерген. То есть красные, оранжевые продукты нашего происхождения, они ограничиваются. Мед? Ну, мед, сладости, очень сильно много добавок. Поэтому, когда родители задают мне, скажите, пожалуйста, вы можете сделать на шоколад? Да. Аллергопробу. Я спрашиваю, какой? Свиточ, корона или еще какой-то? Они все разные. На какао – да, а на шоколад, к сожалению, мы не можем. Только подбираем методом пищевого дневника. То есть дети могут реагировать на разные продукты по-разному. Виктория Анатольевна, вот по итогам этой конференции, как быстро будет вводиться, собственно говоря, в действие вот результат этой конференции, когда на местах можно будет делать такого рода анализы? Мы уже можем делать эти анализы. К сожалению, они малодоступны. То есть у нас есть лаборатория ДИЛА, которая их проводит, молекулярную диагностику, но, к сожалению, они достаточно дорогие. Если есть возможность, я спрашиваю родителей, смогут ли они их сделать, но там отсчет идет от 2-3 тысяч. Представляете? Да. А если речь идет о мутирующей аллергии? Ну, такого понятия, как мутирующая, нет. То есть, если уже есть антитела к определенному виду дуаллергенам, они просто могут присоединяться другие. Допустим, может к бытовой аллергии присоединиться пыльцевая аллергия, к пищевой – пыльцевая. То есть мы уже будем видеть, на какие аллергены, это так называемая поливалентная аллергия. Ну, медикаментозная аллергия встречается у детей крайне редко, но у старшего возраста это очень распространенный вид аллергии, поэтому, конечно, требует исследований. Вы знаете, конечно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров, и, как правило, вот в беседе такого плана запоминаются самые последние слова. Виктория Анатольевна, давайте вот в качестве профилактики, что надо сделать каждому родителю для того, чтобы предупредить ситуацию, если все-таки вот вы попадаете каким-то образом в группу риска? Если это родители, которые имеют сами какое-то аллергическое заболевание, или в семье оно присутствует, они должны для себя определить, что они должны сделать для предупреждения этого состояния у их ребенка. Во-первых, мама желательно до беременности или во время беременности должна проконсультироваться у гинеколога или аллерголога по поводу того, как она должна себя вести. То есть все-таки гипоаллергенная диета беременных должна быть. Кроме того, должны быть гипоаллергенные условия. Исключается контакт с определенными аллергенами, если это возможно. Меньше пользоваться бытовой химией, потому что она тоже аллергизирует организм. Больше гулять, заниматься физическими упражнениями. Гулять тоже важно. Где гулять? Да? Если это полинос, то, конечно, маме лучше уехать из зоны риска, где развивается полинос. Если это невозможно, значит, есть часы, когда
когда мама может выходить на улицу, где самый маленький процент этой пыльцы. Все зависит от того, что пылит, на что аллергия. Если есть возможность, допустим, в зимний период полинуза нет, пожалуйста, на улице гуляйте сколько хотите. Это будет профилактировать вот, развитие этих состояний. В дальнейшем, после рождения ребенка, конечно, не делайте стерильную чистоту вокруг него, потому что, опять же, та же самая бытовая химия, она будет стимулировать именно аллергический тип развития реакции. Правильный уход за ребенка за кожей, кроме того, правильное введение прикормов, исключение определенных продуктов из рациона ребенка до 3-летнего возраста. То же самое, ребенка надо выгуливать хотя бы 2 раза в день для того, чтобы он дышал воздухом, потому что аллергенов в помещении нам много раз больше, чем на улице. И заниматься обязательно физическими упражнениями, а не оставлять ребенка возле телевизора или возле компьютера. То же самое касается и школьников. Вы видите, вот ничего нового, собственно говоря, вы не сказали, да? Каждый раз мы заявляем в целях профилактики просто здоровый образ жизни в самом истинном его понимании. Однако где-то все-таки происходит сбой, и получается вот такие вот, знаете, как нехорошее направление заболевания, и дальше уже думаем, что делать, как лечить. Я хочу пожелать вам, Виктория Анатольевна, крепкого здоровья, вашим пациентам, и пусть все будут здоровы. Это самое главное в этой жизни. Пожелайте и вы, наши зрители. Тоже желаю, что мои пациенты пореже болели, выполняли все рекомендации своих врачей, следили за тем, когда им нужно приходить к врачу, регулярно приходили, а не тогда, когда они вспомнили об этом, и, соответственно, выполняли рекомендации гипоаллергенной диеты и гипоаллергенного быта для профилактики обострения аллергического заболевания. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Бережіть себе і своїх близьких, і бувайте здорові. До зустрічі на хвилі телеканалу Миколаїв.